картинной галерее «Черкесска» прошла выставка работ художников Северного Кавказа под названием «Кавказ. Пленэр. Друзья». Кто принимает участие и какое разнообразие красок предстанет перед ценителями искусства, расскажет Корча Биджиев. Северный Кавказ всегда славился своей непревзойденной красотой, удивительной поражающей воображение природой, неизменно притягивающей к себе художников со всех уголков мира. Заснеженные вершины величественных гор, цветущие луга, густые хвойные леса и зеркальные озера с чистейшей водой одурманили ценителей искусства на создание картин, через которые они старались показать все то, что они лицезрели. Многих вдохновляла местная самобытная культура со своими обычаями и традициями. Картины галереи «Черкесска» прошла пятая выставка художественного проекта «Кавказ. Пленэр. Друзья». На ней представлены работы талантливых художников из Чеченской республики, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Кавказ – это просто такой, я бы сказал, такой сундук с драгоценностями, вот с этими количеством огромным национальностей, этнических групп. Проникали в культуру друг друга, находили взаимопонимание и развивали такое взаимовыгодное культурное сотрудничество. То есть проект, прежде всего, направлен на объединение. Самое главное, что подрастающее поколение может не только ознакомиться с опытом экспертов живописи, но и оценить, какие техники художники используют в написании картин. Мне понравились очень картины с пленэров, быстрые зарисовки, потому что я считаю, что там отображается больше природы, чем в детально прописанных картинах, потому что там чувствуется живость. Приятно на такое смотреть, искусство других людей очень завораживает. Нам это все пригодится. Я подчеркнул некоторые техники. Мне, в принципе, понравились все, но больше всего картины акварелью. Развитие искусства в нашем регионе в приоритете. Этот единый проект показывает дружбу наших народов и сотрудничество художников во благо культуры. Пленэры будут организованы в наших самых живописных местах – в Архызе, в Домбае. Астрофизическая обсерватория в этом году станет объектом работы художников. Поэтому вот такие новые проекты, которые очень нужны республике. Сейчас, когда пандемия отошла, дали старт. И приятно, что Карачаево-Черкесия становится вот таким центром привлечения художников, мастеров искусства из всех регионов Кавказа. Горный край в произведениях нашего земляка Хасана Атаева предстает суровым, поэтично прекрасным. А сюжеты, невзирая на простоту и одинаковость образов, невероятно различны и неповторимы, что немало удивляет и изумляет зрителя. Вот они меня пригласили, я выставил. У меня в основном акварели здесь, акварельные работы. До сегодняшнего дня акварелей, по-моему, не было, и они попросили, чтобы я выставил свои акварели. Более 70 картин 7 художников из разных регионов Северного Кавказа будут радовать посетителей галереи до 30 марта. Корча Биджиев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.